Когда мы читаем вот эти диалоги Христа, нам хочется иногда понять, в каком случае Он говорит и действует как Бог, и в каком случае Он говорит и действует как человек. И хотя отцы говорят, что во Христе мы не должны как бы отделять божественное от человеческого и человеческое от божественного, но в Его диалогах мы видим Его действия и как Бога, и как человека. Например, когда Он говорит: «Отец мой больше меня», Он говорит как человек. Но когда Он говорит: «Я и Отец одно», Он говорит как Бог. И таких примеров есть очень много. По божеству, конечно, Сын Божий знает, когда будет конец этого мира. Но по человечеству Он говорит: «Одни же тумы часи, никто не знает, ни ангелы, ни Сын человеческий, но один Отец, который на небесах». И если бы Христос говорил бы только как Бог, то мы едва ли бы смогли многое понять, уразуметь. С другой стороны, если бы Он говорил только как человек, то как бы мы смогли бы пережить обожение, восстановление подобия Богу, что и считается спасением в православном понимании.